Федор, жизнь прекрасна. Ой, мне что-то плохо. Эшли, что случилось? Мне кажется, это началось. Андер, быстрее в больницу. А, у меня живот болит. Эшли орёт. А, мне страшно. А, я волнуюсь, наверное, больше, чем она. А, мне плохо. О, здравствуйте, мама Эшлин. Эшлин рожает. Что? В каком вы роддоме? Улица Королевская, дом роддом 8. Эшлин, с тобой все хорошо. Спасибо, Золушка. Да, со мной хорошо. Я родила, и мне стало уже гораздо лучше. Я такая красивая без этого огромного живота. Я тебя поздравляю, сестренка. Спасибо, Золушка. Простите, что не по теме, но большинство моих подписчиков интересуются, почему я оскорбила панду Панда. Или по-другому, просто Милан. Ну, как вам сказать? Да, она мало пищится, но я не знала, что она может быть такой плохой и жадной, не побоюсь этого слова, мразью. И мне плевать, что ее сестра будет меня оскорблять. Мне все равно, если она отпишется от моего канала. И мне все равно на ее сестру, которая думает, что мне 7 или 8. На самом деле мне 10,5. Скоро будет 11. Ну, сейчас я вам расскажу всю историю, потому что я сняла видео с Золушкой, да. Это все будет в одном видео, потому что большинство аудитории, которые узнали об этом скандале, нравится этот сериал. Ну, и проблема в том, что мы пошли в Макдональдс за мой счет. Я повторяю, только за мой счет. Я взяла с тобой 500 рублей. Я купила всем морожку, а себе купила другое мороженое. И мы пошли в Макдональдс. Потом еще купили тархун. Ну ладно, дальше. Я села, нам принесли картошку фри. Потом ей показалось, как будто у меня больше картошки фри, чем у нее. И типа я загребаю, но на самом деле я... Нет. Нет. И она, начала возмущаться, потом взяла вот такущую горсть картошки фри и запихнула себе в харю. Мразь. Просто мразь. Да, и вот такая история. Потом она жрала и говорила, что я богатая, жирная, собака женского рода, ну, пофиг. Ну, и это... А потом она, когда все сожрала, взяла потащила за собой Иру, а за Ирой пошла Настя, потому что она ее сестра. Ну, да. Ну... На этом все, и я вам объяснила всю ситуацию. Кстати, Наташа, я это в том числе сделала объяснение и для тебя, и для всех остальных. Ну что ж, всем пока.